есть по центру. Да, и по центру с есть. Стороны. Парни. По центру уже есть, в центральной кишке. Хафт, живи. 3, 2, 1. Твою мать, мы потеряли цель! Точка. Все, блядь. Здесь сейчас они Б захватывают, все. Что там осталось? Азахс. А, разминировали. Где жуки? Слева еще. Я сзади посмотрю. По центру. Сзади могут подойти, пошли через нас. Ой, я двоих ебанул. Ты далеко, Таня, беги. Да ёбаный, блять, я ж в башку попал, ну как? Сколько, 60%? Опять, блять. Это просто какое-то магическое число, короче. Что с ножа, блять, что с любого оружия. 16%, блять, постоянно оставляю кого-либо заебалами. Осталось 5 фрагов. Блять, меня убили справа. Убил. Граната пошла! Еще одна. Центр, смотрите. Где? Есть! Сосите, да. Затащили лохов. Они лохи, так и есть. У нас еще вообще, по ходу дела, все днари. Все, кто ниже третьего места, это вообще ни о чем. Если так посмотреть. Все, коллеги, поздравляю. Ладно, я выхожу тогда, поехали. User joined your channel. Эх. Ну ладно, Джимми, давай, пиздуй. Привет, еще ребятки. Ночью. Привет, привет. Ночью. Привет. Ночью еще погоняю. Ну, ночью я спать, наверное, буду. Ой, очень сложный никнейм, короче. Не хочешь штурм поиграть с нами? Чё сложного в моем никнейме? Хейл, короче, в общем, вот так вот сокращенно. Да? Нормально? Еще проще, МК. МЗ. М. МЗМ. Просто Михаил. Чё Миш, мудрить? Миш, штурм поиграть? Штурм? Да. Блин, да с радостью, а чё там на сервера посмотреть с пингом, с нормальным мне, чтоб было. У меня более-менее нормальный пинг. Более-менее нормальный у тебя, это плохо очень для меня, скорее всего, что посмотри. Мне на самом деле вообще как-то посрать, я разницы не увидел. Там до сотни пинга, 3-2, если с автоматом играть, то он вообще до фени. Мы атакуем. Чё? А мы где вообще играем-то? Подожди. Сейчас я к вам, подожди, зайду, посмотрю баталоги где-то. Хап, ты вообще нахуй нигде не играешь, короче. А вот вершина ФПЦ. Ты заходишь вообще, нет? Да, коннектился. Я в этот... чат в общий скинул, где мы тусуемся. Заходи. А ты же вон пошел, я вижу же батологи. О, слышь, что 69 неплохо, 170. А кто владельцы, не немцы или случайно делают? Да,
А, слышно, да тут целый план гасится. Живи. Внимание, взрывчатка заложена. Живи. У тебя на крыше там один. Чё-то не, блядь, нету так много сделано. Зарез он тут. Я увидел. С тактического фонаря. Тебя тоже. С тактического фонаря? Пистолет с тактическим фонарем. Убивал кто-нибудь дефибриллятором? Я да. Пару раз. Я тоже. Тупо случайно. Весьма доставляет. Случайно. Я резал чувака, блядь, своего, а тут выбежал какое-то дно, блядь, и в итоге он умер. Так было, вот постоянно так два раза было. Какой-то придурок вечно выбегает и умирает, короче, потому что я там кого-то пытаюсь в своих резал. Где? Лёх. Не вижу. Справа. Справа, справа. Лёша. Убил его, нет? Внизу убил. У меня дыма нету, нахуй. Так, я все подключаюсь. Меня убили сзади где-то. Да сука, сука, сдохни! Задымил бы хоть меня точку. Ты бы хоть сказал бы, где находишься. Около точки. Ну, так уже поздно сказал. Похуй мне, я сказал. Сейчас. Нас не стоит. Да, далеко бежать, блин. Нихуя эти хуёв, как там столько играет. Наших бы столько играло, короче, все бы сосали бы. Просто прикинь, да, чисто вся команда, блядь, 32 человека. User joined your channel. Привет, привет. Привет, привет. Привет, привет. А первый? Рассказывай. Штурм против сервера ПВЦ. А скиньте ссылочку, как присоединиться. В сервер один есть, я чекаю. Меня убили сзади. Сейчас. Чекай. Скинул. Чекай. Я заряжаюсь. Блять, убили. Убили. Эй, смотрите, я сейчас... Спасибо. Меня, короче, щупнули с сервера, сказали, что мне пинг высоты. Ладно, всем пока. User disconnected from your channel. 169 для них много. Ну и хуй с ними. Убили. Ну блин, вдвоем нам будет тут неинтересно. Тем более сейчас. Сейчас погодите. А это, по-моему, что дорога была? А что это было? Это дорога была, я, блядь... С левой стороны от дороги. Словил, сука, дорогу. Я, блядь, не нервничай. У меня было написано, что... Блядь, у меня показывало, что по дороге мы едем, нахуй. А мне показано, что слева от дороги. Пошел ты, нахуй, я потом так же отмазывал. Ты, короче, чекай тебе ссылку в тему, мастерок. Другой? Ну да, там меня точно не пидорнул. Ну, блин, блин, блин. Тут... Чё? Давай что-нибудь скрипчик. Вы хотите ему напинать? Да, конечно, а ты что думаешь? Ну меня там не любят. Я б с радостью.
Для меня мучением, помню, было, блин, КП 2000 открыть. Это, блин, вообще просто что-то было. Меня постоянно тикали. Живит. 3 секунды. И перки потом поменяешь, потому что там какой-то... Какой-то зашел к нам, и он, блядь, перки... Отбьёшь дечку, парень! Меня убили. Я жив. Не буду резко, слышишь? Не надо. Живи. Пытаюсь. Тебя резко. Меня резко. Ты, да? Ладно. Вы в защите. Чек. Точки Б подходит. Какой перк ты взял? Ну да, вроде зашел. Кипер ты же, да? Да. Ну вот я у вас на отряде. Одного уже сняли, Миша. Снайпер убрал меня сзади. Я не знаю, на открытых местностях вот лучше бы с ФПСом выходил бы. Блять, слева. Это гора, короче, которую вы огибаете, и там еще вертолет летает. Я не буду ходить со скайсом, знаете. Чувак, ты так! У СКСа самая долго летящая пуля далеко. Убойную силу. СКС? Вот именно в батле, да. Перки, парни. Лёх, ты тогда поменяй. Чтоб разные стояли, блин. Вот все. А ты можешь гранаты поставить. Зим. Connection lost. Заходит в заряду, слышите? Блять. Error.
Error. Так, солдат, все отлично, можешь идти. Connected. Аллилуйя. Лёх, ты тут? Да. Пиздец, блядь. Мы вентрило так. Да, вообще не в тему. Там, на точке. Чувак один. User entered your channel. Надо стенку разломать возле А.